фильм сам по себе символьно-культовый. Это фильм, снятый по мотивам Бодрияра о вероятном будущем Европы. Главным действующим лицом этого фильма является никто. Впоследствии выясняется, что этот некий человек, на котором ставили некие генетические опыты, все погибли, он нет, мутировал и превратился в сверхчеловека со сверхспособностью. А задачи он себе ставит очень простые: дезорганизовывать власть, которая существует вот в вероятной как бы Британии. Как бы, да? И в конце концов ему удается устроить революцию, переворот одному. И все потому, что все, что он делает, оно имеет некий запрограммированный резонанс, который как бы поэтапно, постепенно пробуждает людей. Бодрияр говорил, что вот это зло поглощается только большим злом. По сути, вероятное будущее начиналось точно так же. Вам было страшно, вы боялись. Вокруг бушевали эпидемии, нужен был человек, который бы вам помог, который бы вас спас, и вы с радостью отдали всю ответственность ему.